Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали группу лиц, подозреваемых в многоэпизодных хищениях денежных средств. После поступления сведений из Министерства экономики о фактах возможного хищения денежных средств сотрудниками полиции был проведен комплекс мероприятий. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники путем подделки документов по популярной программе поддержки предпринимательства незаконно получили в 2014 и в 2015 годах субсидию в размере 1 миллиона рублей каждый. Полученные субсидии не направлялись на цели по развитию бизнеса и созданию рабочих мест, а похищались. Кроме того, сотрудники полиции установили, что один из участников Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, являясь членом конкурсной комиссии, предлагал поспособствовать незаконному получению субсидий за денежное вознаграждение в сумме 30% от полученного гранта. То, что постановление о производстве обыска в жилище, так сказать, здесь, ну, здесь в этом моем жилище находится, так сказать, Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса. Вот. Значит, в принципе, по-моему, должно быть решение какой-то прокуратуры. Вот у нас есть документ, да? Мы на основании него сейчас будем проводить обыск. Так. Если вы не согласны с этим документом, вы можете его обжаловать в прокуратуру, в суд. Оперативники провели обыски по местам проживания и местам работы подозреваемых, в ходе которых были изъяты финансово-хозяйственные документы, печати, компьютеры и телефоны, подтверждающие их соучастие. По данным фактам следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Кроме того, в результате следственно-оперативных мероприятий установлено еще более 10 фактов аналогичного способа совершения хищения средств группы лиц. Максимальное наказание предусмотрено санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до 6 лет.